छोड़ झाड़ गए अपने सलीम की गली। वीडियो это более полезная информация. Не влезем? Жадность фраера сгубила. Я так думаю, нифига себе, 50 рупий будем платить, тут дорога 30 стоит. Ага. Ну, ладно, нас 5 человек, да? Ага. Ему в два раза больше хочется. Не, ну я как бы понимаю, что все хотят подзаработать, но надо же и... Надо. Харе Кришна. Идем. Они приходят и потом извиняются. Так. Да все, этот уже согласился. Он увидел конкуренцию и решил быстренько все. Так, я пока... Вот мы едем. Куда мы сейчас едем? Да, я сейчас быстро отдам просто, и мы дальше. Вот это прямая дорога. Все, хорошо, выходим все вместе. Пойдем. Если он... А, то есть отсюда пешком? Он будет... Я сейчас пойду, а вы будете стоять ждать. Он потом будет бундосить здесь на пешке. Разменяем. Это можно сейчас разменять. Вот у этого сейчас деньги. Чтобы люди видели настоящую Индию. Ребята, вот чем в Индии питаются животные. Понятно? Никто за ними вообще не ухаживает, нафиг они никому не нужны. Ну, зато есть всегда, что поесть. Ну, как замечательно. Так какашки, да, действительно. Снимать можно? Снимай, снимай. Так, вот тут симпатяжечно. А где это мы? Это у нас дома. А, это мы дома? Ой, что-то я... Уходи, мы днем... днем не признала. Я ведро с собой. Зачем? Потому что я без него не хожу. А-а-а. Нет, я тапки тебе дам. Это какое-то особое правило всегда ходить с ведром? Нет, просто когда мы что-то покупаем, это надежно, понимаешь? Взяли и не набрали. На пакеты всякие. Так, мы идем с ними или ждем здесь? А вот оторвали, смотри, на какой-то полянка. Могут просто так и не разменять, между прочим. Могут просто так и не разменять. Давай сейчас все вместе пойдем и там по дороге разменяем. Сейчас не пойдем, мы сейчас опять сядем на рикшу, опять поедем. А. За рикшу будут платить они. Ну, в любом случае, если даже менять деньги, то лучше с таровали пойти, чтобы не надурили. Я сегодня утром тут мантру читала. Вот тут? Вот, хорошо. И сидела, и ходила. Ой. Мне нравятся здесь деревья. Их тут не так много, но они такие классные. Может, их понюхать? Нет, особо не пахнет. Это в Индии так редко. Да? Да. Это же свежие. Так, девочки, вот сейчас можно как раз сделать технику сброса негатива. Очень хорошо. Иди.
Лой Базар, вот это, да? Долой Базар. Долой Базар, все хорошо. Лой Базар, давай, окей. Вот так не выставляй локоть, а вот так вот старайся. Корова вот так вот заденет или машина другая. Да, локти и ноги не выставляй. Ох, мне однажды по локту досталось. Коровы, видишь, как они не стесняются. Не хотят там охотиться. Ты снимаешь, да? Да. Ну, я делаю коротенькие видео, там, по чуть-чуть. Делаешь, да? Да, потом соберу. А я не умею. Ты меня научишь. Программа есть. Но это на компьютере надо делать. На компьютере есть. Но программа загружена. Научу, не вопрос. Девочки, смотрите очки. Обезьянные смотрят. Все. Знаешь, когда рикша едет быстро, и вот тут сетка, то вот здесь можно очки носить. Но когда она остановилась, и еще сетки нет, она, знаешь, так вот неожиданно откуда-то раз, ты не замечаешь, очки поплыли, то нет. Надо с собой купить фрути, один пакетик. И что, с собой носить, потому что когда обезьяна что-то украдет, а у вас нет выкупа, она будет ломать. Она не ждет. Инструкция по управлению с обезьянами. Обалдеть. Да, они сейчас уже бананы даже не берут, они фрути хотят. Стоп. Научили, блин. Научили. Эти продавцы, видно, научили. Такие юбки красивые. Да, мне прям нравится. Хотя я юбки сама не очень ношу, но мне прямо нравятся почти все. Да. Ну попробуй, прикинь, ты пошел покупать юбку. Это ее, блин, попробуй, купи, блин, выбери. Это же нереально просто. Они настолько все красивые, что... Это очень сложно. Да, да. Вещи. Справа республиканская школа. Философии. Институт. Сейчас они туда начали сажать. Я вот это не слежу за детьми, когда что, не знаю. Ой, я боюсь палками тебя. Не, 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 нормально. Боже мой. Быть на ногу. Вот туда вход в МБТ. Вдруг из нас пойдете. МБТ. Мы... Я вас туда повезу, да, поведу там красиво. Я думаю, мы тут без вас вряд ли куда-то пойдем. У меня маленький. Так, где мы походили босиком, да? А МБТ весь такой красавчик. Там дома и красивые. МБТ, да, западные преданные заплатили когда-то деньги за квартиры и выкупили. И там зелень, там поливают деревья. То есть МБТ это вам покажет, что как можно в одном и том же климате жить красиво и жить ужасно. Вот видите, там зелень. Ой! Прикладывая труд, можно жить красиво. Конечно. Было бы желание, стремление и внутреннее... Стремление к красоте. Да. Потому что вот тут пока что видно только стремление к обезьянничеству и все. Ну что, это жизнь? Ну, вот, капец. Капец, даже наши цыгане не так живут. Те индусы, которые ушли и стали называться цыганами, да, они лучше устроились в других странах, чем нищие вот здесь. А туда, кстати, уходили не нищие, уходили нормальные индусы. А? Это справа сок мы не вот это сок. Мы тут иногда пьем. А слева чуть-чуть дальше, вон там бам. И, это все по одной дороге. Можно пешком ходить. Там будем проезжать, там есть автоматы, пулеметы. Для дебетовых карт. А, так нам, в принципе, для дебетовой карты и надо, не обязательно. Ну вот, ты же боишься? Смотрите, слева, вот. Каска. Вот банк. Если вот. Каска вкружена, если я... Она не выпаю валюту. А если я в автомате, зачем мне каска? А, я не поняла. Вот здесь всегда можно снять сумму. Ой, блин, по кочкам, по кочкам. Рада. Не та маленькая. Радочка, нравится тебе? Да. Да. Ну, главное, что весело, и с мамой рядом. Капец, а я наши дороги ругаю. Тут вообще одна сплошная кочка.
Видео будет сумасшедшее. Он готовит, видишь? Да. Вот тут начинаются симпатичные базарчики. Такие интересные фрукты, овощи. Ага. Ой, горшки мало. Какие прикольные. Кто? Горшки вон с своей стороны были. Вот еще горшки. Мне так нравится, вот когда люди вот так вот руками делают что-то такое классное. Хранят воду, девочки. Она в горшках становится более энергетически другой. Как прикольно. Глина необожженная. И она охлажденная, вместо холодильника. Сохраняет температуру. Все, кто тут долго живут во Вриндаване, покупают себе такие горшки. Классно. Вот здесь. Ну, может, когда-нибудь я освою глиняное дело. Венчан. Вот эта штука, такое впечатление, что сейчас глаз мне даст. А ты ее держи. Туда-сюда, туда-сюда, блин. Ой, листья хорошие, амарант, что ли? Ой! Ой-ой-ой-ой! Компания! А тут либо с песней, либо никак. Сразу до супермаркета проедет. Ну да, потом назад пешком. Мы сразу, знаешь, смысл. Вриндаван Арт Галерея. Йо! Нам надо пешком. Ничего себе. Главное, что это одна улица, девочки. А тут вот большая. Ага. Конечно, пешочком разгуляемся. Девочки, вон там красный магазин, он белый, подписано, красный такой, да? Ага. Врач называется. Это мы когда были молокоедами, ох, мы там обжирались сладостями, ох, Христа. Но они все на молоке. Сейчас мы его обходим 50-й стороной. Вот мы купили сейчас сладости, они все не понравились. А мне понравились. Но мне только коричневые не понравились. Все на молоке. Мы рядами не любим это. Да. Так, все, делаю рекламную паузу, потому что он уже чуть-чуть зажарил. Давай.